Главный государственный санврач Казахстана подписал постановление о проведении противоэпидемических мероприятий. С 1 октября в стране стартовала вакцинация населения от гриппа. Сейчас в нашей области имеется 60 тысяч доз вакцин. Согласно постановлению, в период эпидемического сезона по ОРВИ и гриппу с 1 октября стартовала вакцинация против гриппа. В первую очередь иммунизации подлежат медработники, дети, состоящие на диспансерном учете в медорганизациях, беременные и лица старше 60 лет. Также вакцинации подлежат люди, подверженные более тяжелому течению гриппа из-за основного заболевания. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемическом сезоне. Введение в организм вакцины от гриппа не может вызвать заражение гриппом. Иммунитет от гриппа формируется в течение 2-4 недель и сохраняется в течение 1 года. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Одним из первых, кто пришел получить прививочную кампанию против гриппа, это руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Айдар Альменов. Кампания для профилактики от таких заболеваний, как грипп и ОРВИ, стала для всех членов семьи неотъемлемой частью жизни. Всей семьей каждый год, как правило, мы вакцинируемся. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Нет, часто не болеем, поскольку после вакцинации действительно ощущается результат. Что у самого есть дома маленький ребенок, и в первую очередь это забота о близких, которые нас окружают. В городской поликлинике номер 12 вакцинация от гриппа стартовала вчера, 2 октября. Для иммунизации населения поступило 6800 доз противогриппозной вакцины «Гриппол плюс», которая произведена в России. Нам выдано 6800 доз вакцины. Одна ампула на человека. Прививка осуществляется ежегодно вакциной «Гриппол». Данный препарат находится в применении уже 10-15 лет. Никаких побочных эффектов. Если сравнивать, симптомы коронавируса до сих пор наблюдаются. В настоящее время заболевания могут протекать в более осложненной форме. Соответственно, у людей, прошедших вакцинацию, в легкой. По данным ВОЗ, во время сезонного подъема гриппа во всем мире происходит от 3-5 миллионов тяжелых случаев заболевания. Летальный случай от 250 до 500 тысяч человек. С целью организации проведения профилактических мероприятий управлением осуществляется еженедельный мониторинг за уровнем заболеваемости ОРВИ, за количеством госпитализированных, за лабораторным исследованием больных для определения циркуляции вируса гриппа. Напомним, кампания по вакцинации продлится до 1 ноября. Талшын Шакиртхан, Нурлан Уразалин, телеканал.